жизнь. Да. Все... Что, разрешаем или еще что-нибудь? Да, да. Может, про блефаропластику? Про блефоро. Можно, ну, про блефоропластику. Сейчас мы расскажем про блефаропластику. Что это? Сначала скажите, что это? Ну, во-первых, начнем с показаний. Показания для блефаропластики – это избытки кожи в области верхних и нижних век и грыжи. Да, мне кажется, у меня вот грыжи. Потому что у меня вот у дедушки такие же, у меня вот это с детства. Это грыжа или это избыток кожи? Определяется это очень простым тестом. Мы надавливаем на глазное яблоко. Не дави меня на глазное яблоко. И определяем. Да. Да. А что происходит? Мы увидим, а да? Вот эта вот часть, которая... Где да, грыжа? Очень нежно. И мы четко. Нет, то есть это вот я с этим родилась. Это не проблема, это моя анатомическая данность. Не проблема, просто она немножко с течением возраста, времени усугубляется. У меня что ли? И все. А можно изначально определить, например, есть предрасположенность? Нет, это просто как факт уже, как факт, как диагноз. Потому что грыжевые пакеты есть у всех. А того, будут ли они, ну, они выходят, в принципе, у всех, но у кого, но у всех в разной степени. И, как правило, это крепость септы, да, потому что там есть такое образование, как септа, и крепость круговой мышцы глаза. Да, это очень важное образование анатомическое, которое не придерживает, сдерживает выход, да. Есть даже некоторые вещи, некоторые врачи, которые говорят, что нужно выполнять гимнастику для глаз ежедневно, и тогда это все можно... Вот сидишь за компьютером 8 часов. Еще гимнастику холодно. Вот. Ну, чисто с практической точки зрения, да, появляются грыжи, появляются избытки, есть показания для блефаропластики и выполняется. А что это физически? Кусочек кожи физически отрежут? Мы делаем разметку, да, есть определенная. Разметку? Да. Есть разметка, которая привязывается к анатомическим ориентирам, да, и мы определяем избыток кожи. Определяем избыток кожи во время разметки. Потому что много убирать нельзя. Мы получим сухой глаз, открытые глаза, да, либо круглые глаза, да, если неправильно сделан разрез. Круглые глаза, как любят мужчины, инфантильно подобный вид у женщин. Кто-то называет их хорошими, кто-то называет их обезьянами. Нам интересно. Поэтому здесь надо с пациентом сразу дать до операции договориться, какие глазки она бы хотела. Да, умные или красивые? Девушка, вам в какой категории? Сделать миндалин. Я всегда мечтала о миндалинных глазах. Делается, поднимается латеральный угол глаза. Есть такая операция кантопексия. И а мы будем ее вот тут вот делать? Чуть-чуть. Ну, здесь надо поднимать лоб. Латеральный конец врага. То есть мы будем все делать? Ну, здесь оптимально делать сразу разрез. Поняла, доктор мне снимет скан. Да. Потом привесит его к собственному коню. Будет на нем скакать и всем показывать, что он... Еще один важный момент. Здесь многие приходят и говорят, что блефаропластика – это операция, которая должна изменить полностью их лицо. То есть они показывают свою фотографию в детстве, да, или там в молодости. А пришли на операцию по блефаропластике, да, пациенты. Говорят, что вот я хочу вот такую. Есть вот определенные для блефаропластики какой-нибудь возрастной ценз от и до? То есть, например, раньше этого возраста бессмысленно начинать? Нет, или позже этого возраста поздно? Только показания. Но вот нет возраста, есть показания и есть возможность проведения анестезии, да? Возможность проведения этой операции по каким-то либо видам анестезии. А по времени сколько она длится? От 45 минут до полутора часов примерно. А эффект сохраняется потом пожизненно или верхние через какое-то время? Верхние веки мы можем оперировать до 3 раз, да, по жизни. Потому что идет опущение, да, и то есть, вот, ну, естественно. Пример вот сделал, и насколько нам на 10 лет хватает? 5-7 лет, примерно, да. А вот нижние до 2 раз примерно. Ну, опять же, что нужно сделать один. Но я как-то хочу саму себя обнадежить. Так извините, один раз в 5-7 лет, так ты на 5 лет себе и старение как бы задерживаешь. Да, задерживаешь. Но это всего лишь не является догмой, потому что в каждом случае это будет рассматриваться индивидуально. Покажись доктору, пусть доктор посмотрит. Да. Может быть, это можно сделать в один раз, и как и подтяжку лица кто-то сделать в один раз. И считаю, что, в принципе, этого омоложения достаточно. А кто-то считает, что на следующие 10 лет. А кто-то считает, что через 10 лет он снова выполнит эту подтяжку, чтобы опять еще раз десяточку скинуть. Нет, десяточку скинем. Лет, килограмм, сантиметров. Насколько потом больно? С грудью-то понятно, там мышцы, там... Блефаропластика вызывает дискомфорт, до трех дней дискомфорт, отек нарастает. То есть два кровавых бланша называется вызывает дискомфорт. Я тебе, Юр, сразу скажу, я буду тебе бланшами гордиться. Мне Ося говорит, боже мой, что это у тебя такое? А я буду говорить, это так меня мужчина-то любит. Бьет, значит, любит. Да, ты скажу, сосед, ты за меня подрался.
А потом еще и навесил. Какой у меня мужчина оратор. И голове своей рукой помогает. Ну, в общем, как-то так. А это... Больно мне будет. Интероперационно. А кровавая будет? Нет. Хорошо. Есть для этого есть анестезия, для этого анестезия вообще убирает все, да, все ощущения, все, что просыпались, вы видите только отеки. Я куплю себе очки, как у Элли, и на следующий, да, ну, на следующий день вряд ли, а потом пойду как, на работу. Как правило, пациент на третьи сутки а выходит на работу. А надо ходить в черных очках, на работу, что, да, потому что ультрафиолет. Нет, я как бы без работы физически, ну там не могу, политически не могу, вот. А спорт, как скоро можно начинать? Спорт он примерно через месяц. А, то есть на месяц надо сделать паузу? Примерно, да. Мой тренер умрет от горя. А за компьютер? Я ему дам как телефон вашей клиники. За компьютером первые три дня. Первые три дня, да. Три дня. Потому что будут глазки, будут сухость глаз, будут глазки слезиться, и напряжение. Не, ну три дня тоже можно выдержать без работы, и без, как и без компьютера. Вообще операция очень такая. А спорт хорошая, месяц, да? Хороший, а приятный. А в связи с чем спорт-то нельзя месяц? Ну, потому что мы кое-что зашиваем, кое-что перемещаем, да. Ага, и получается, что ничего не перекосило потом. И во время спорта идет нагрузка, в любом случае мы наклоняемся, да, и здесь рубец еще не сформировался. Мне месяц нельзя был спорт после лазерной коррекции зрения. Здесь такие общие такие моменты, которые бывают, они, возможно, лишены какого-то здравого смысла, казалось бы, да. Но в итоге, пренебрегая ими, мы получаем их расслабление. Нужно быть послушным пациентом. Да нет, я предельно послушный, я просто понимаю, к чему мне готовиться. Да, и накануне этой процедуры желательно не делать ботокс, потому что... Поняла, ботокс не делает. Так я не, его не делаю, потому что я готовлюсь к планированию беременности. Да, потому что это вызовет отек, трудно прогнозируемый по своей долготе, по выраженности. А за какой период времени можно делать ботокс, потому что... Ну, оптимально... Да, люди-то нас слушают, да. Да, оптимально сделать, если вы сделали ботокс, то дождаться окончания срока действия. То есть месяцев через 6 тысяч? Ботулотоксина. 4-6. Смотри, 4-6. Да, у кого как держится. Потому что основная суть после операционного периода, мы просим делать гимнастику для глаз. Да. Если у вас мышца химически деннервирована, вы этой мышце не сможете делать никаких движений. Будет лимфостаз. Да, и стаз вообще жидкости, которая, естественно, образуется после любого вмешательства, да, выпада. И это может привести к формированию очень некрасивых рубцов. А кроме ботокса есть еще какие-то такие вещи, которые не нужно делать? Запреты. Да. Перед данной операцией. Секс, алкоголь. Нет, а филлеры, например? Филлеры нежелательно. Да, тоже вызывает отек, потому что привлекает водичку. То есть сначала доведите до максимума. Никаких филлеров, никакой гиалуронки, никакого ботокса. Решили. Ну надо же с этим что-то делать. Доктор такой, боже мой, действительно. Ну за то, чтобы показать уже все, что есть. Решили спокойненько, пришли, показали, будет виден избыток кожи, и все, все будет хорошо. После этого, через месяц, пожалуйста, вводите. Ну, короче говоря, после операции человек остается? Как это, доктору мне нужно все показывать и все рассказывать. Операция может выполняться подместно, внутривенно и общей анестезией. Да? Кто как пожелает? Кто как пожелает, первое, да, и дальше показания данного какого-то пациента. Вот если у меня светобоязнь, то проще всего меня вырубить, да, чтобы да, я не мешал доктору во время операции. Потому что своими разговорами. Вы будете видеть свет и будете немножко чувствовать дискомфорт. Доктор, так. Пациент, лежите спокойно, я вас оперирую. Подождите, я телескоп себе показываю. Будете подсказывать доктору, что делать. Да? Зеркало принесите. Это мой случай. Вот и все. Три до анестезии, они всегда остаются. С доктором? Да. А остаются какие-то там шрамы, да, или еще что-то? Остается, значит, по верхнему веку остается рубец. А где он будет? Он закладывается в складочку, да. Ну, то есть у меня не будет его видно. Он закладывается в складочку. У меня опущено ниже. Всегда, да. А по нижнему веку прямо, значит, два метода есть. Есть трансконъюнктивальный метод, когда мы через разрез, да, через конъюнктивку, да, тогда не остается ничего. Абсолютно все хорошо, но этот доступ выполняется у пациентов, у которых нет избытка кожи. Если избыток кожи есть, то есть его нужно будет убирать. Если избыток кожи есть, тогда желательно сделать
классическую блефаропластику по нижнему веку. Разрез будет идти вдоль ресничного края. А, вот здесь? Да, да, да. Все будет хорошо. Ну, я знаю, что это грыжа, извините, подкожно-жировая клетчатка, она имеет вес, она набухает, она тянет, еще больше оттягивает кожу, получается поручный круг. Делается, да. Если небольшой избыток кожи, делается трансконъюнктивальный, а потом делается лазером, да, СО2 или параксель, чем обрабатывается эта зона периорбитальная. Это во время операции? Нет, после. И кожа подтягивается. Это просто надо будет прийти на такую процедуру? Да, косметологи это делают. Ой, доктор, когда я из наркоза выйду, будете меня так вот за руку держать? Хорошо. Я встаю, держу кого-нибудь за руку. Ой, нет, я на Елю тоже. Кто не будет? А ты нас спросишь в операционную посмотреть? Нет, так кто меня будет снимать? Или будешь с тобой, так ты будешь лежать. Если я, мы будем с тобой селфи делать. Остается выдаться. Ой, я с тобой что-то сходила на операционную. Мы даже отвели кровь. Ну, можно все ходить в костюм и сдать анализы. Всем. Да всем анализы. Пойдем всем, сдаем анализ. Мы тебя поддержим. А да я же говорю, я только за. Я даже буду роды свои снимать и показывать. А что? А нас народы возьмут. А как вы будете рожать? Лежа или стоя? Ну, классически на рахмановской кровати. Как это стоя? Нет, я как и двух предыдущих. Как и двух предыдущих. И куда быстро? Сейчас модно рожать стоя. Ну, мы не модные. Мне моя бабушка говорила, модно то, что быстро выходит из моды. Я за классику. Это племена так рожают. Так это ж племена, а мы это представители культурной европейской расы. Мы русские. Русские женщины рожали, стоя, держась за специальные палки. За сундук. Да. Я буду рожать на рахмановской кровати. Не переубеждаем, Катя. Нет. А когда она будет беременна, ты, пожалуйста, я рожу легко и быстро. А анестезию сделать никто не успеет. Мне бы забеременеть главное сначала. Ну, это к нам. Точнее, ко мне. Сначала надо к мужу посетить, а уже потом... Мужа тоже можно. Пусть сначала муж отработает свою... Почему это обязательную программу? Ну... Может, как вы там договоритесь? Все-таки это удовольствие, а не работа. Договоримся. Это удовольствие или работа? Ты у него уточни, что это. Это совместный домашний труд. Домашнее задание. Я всю жизнь наивно полагала, что секс – это удовольствие. Это долг. А это даже родине, да? Алло. Пока не отдашь. У нас такой график, что нам надо договориться сначала. Когда это случится. Луны совпали, место, именно, время, потому, конечно, дома. Потому что как еще бы, овуляция. Где нас носит в этот момент, оно может не совпасть. Поэтому в нашем случае это всегда это, обоюдная то есть, договоренность. То есть кино говорит, дорогой, у меня овуляция, срочно надо, бегом домой. Так мой дорогой слушай? Про овуляцию еще за неделю знаю. И сидит с секундомером, все нормально. Я просто представила твою зефирку с секундомером. Нет, я о зефирке говорю. В четверг с 2 до 3 будет на связи с меня УЗИ. И вот он сидит с 2 до 3 секундами. А зефирка, потому что Катя очень смугленькая, а муж у него светленький. Она называет зефирка. И мы называем зефирку. В итоге мы должны кого родить? Гениальную красоту. Конечно. У тебя и первые 2 гениальные красоты получились. Ну что, у тебя это получается? Замечательная нота. Угу. На этой радостной ноте. На этой радостной ноте мы кончаем. Мы получаем эстетический оргазм вместе с нашим доктором, пластическим хирургом Юрием Алексеевичем Кащиной. Надеемся, что мы все по очереди к нему сходим, снимем кино, все покажем, как он из нас что сделает. Потом всех к нему запишем, прямо своих да, знакомых, да. Родственников. Но это не говорит о том, что и вы сейчас модели, не модели записываете. Приглашаем. Девочки, да. Приходите. Девочки, приходите, да. Конечно. Да. Модели имеются в виду не те, кто ходит по подиуму так, а модели имеются те, кто готов в камеру рассказать, как они жили с этой проблемой, как она их тяготила и какие и у них были внутренние после. Комплексы. О том им сделают операцию и, ну, там, возможно, какое-то интервью еще что-то запишут во время операции. И потом покажут после операции, они расскажут в камеру, как у них как все улучшилось. Как изменилось, какие у них сама теперь оценка. Счастливые отношения с самой собой, с да. обществом, с мужем. Там, с я поняла, как провести свои исследования. Как? Попробовать на себе. Конечно. Надо только решить, что нужно сделать, да? На этом я об этом еще подумаю. Да, все, мы прощаемся с вами, ждем вас в следующий раз. С нами целуем, любим, страстно, нежно. Всего доброго. Почему ты стал врачом, расскажи. И как? Все очень просто. Во-первых, я родился в семье врачей. Да? Мои близкие родственники врачи.
и работы, а уже как почему я стал врачом-хирургом, а потом пластическим хирургом, это уже другая тема, да. Хирургия мне нравится, и начинал я вышел из общей хирургии, военно-полевой хирургии, но всегда мне было интересно и хотелось, чтобы пациенты, кроме избавления от травмы, да, физиологической, своей неполноценности, получали еще эстетическую удовлетворенность. И это явилось той профессией, которую я сейчас выбрал. Да, я потихонечку шел к этому и в итоге и вышел в пластическую хирургию. Но ведь вот практика военного хирурга, это практика, как правило, очень обширная, потому она что обширная, там да. все голова, есть. Шея, грудь, живот, минозрывные ранения, падение. То есть ты вообще большой хирург, начнем с этого. Я вышел оттуда, я работал в главном медицинском главном госпитале. Главный госпиталь — это главное медицинское учреждение России, да, госпиталь имени Бурденко, где выполнялись многочасовые, многоэтапные операции у пострадавших и... Очень большая уважуха, очень, от меня. Это, получается, лично. Собирали людей? Мы собирали, да. Людей из кусочков. Да, да, да. Все, что мы, все, кто, кого могли в процессе эвакуации довести. После аварий всяких, возможно. Да, 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 да. Пересадка кожи. Абдоминальная травма, торакальная травма, большие, да, большие онкологические пациенты. Ну, очень большой опыт, то есть, да? Большой опыт, да, 15 лет работаю в этом заведении. Доктор, ну от вас вот птицу видно по полету, вот что мы можем вам сказать. Спасибо.